Карагандинские активисты, подавшие иск против главного санврача области, проиграли суд. Они требовали отменить его постановление о карантинных ограничениях как нарушающие Конституцию. Иск сам отказали в полном объеме. Однако они считают, что судебного разбирательства фактически не было. Я никогда не видела, чтобы судья не препятствовала в проведении прений. Я никогда не видела, чтобы судья, назначив судебное заседание, не подключала сторону процесса к этому судебному заседанию. Что происходило именно со мной? Четверо истцов, в том числе Ирина Фурсова, в начале мая подали иски с требованием отменить постановление главного санврача Карагандинской области Юрия Залыгина. Активистки посчитали нарушением их права обязательное ношение масок, запрет на передвижение междугородних автобусов, закрытие объектов бизнеса. Все это, по их мнению, нарушает конституционные нормы, права и свободу человека, создает дискриминацию по роду деятельности, создает угрозу жизни и наносит вред здоровью. Иски объединили в один процесс, но ни один истец не смог поучаствовать в прениях. Их просто не подсоединили к онлайн-заседанию. Позже они узнали, что суд закончился, и им отказано в удовлетворении их требований. Женщины, помимо апелляции, намерены выдвинуть новый иск в отношении главного санврача республики.